Не то. Что это? Старая опись. Много сокровищ. Вор. Нет. Ничего. Ха, теперь уже не встанет. Капитан Эвери. Паршиво он выглядит. Кое-что нашел. Удивительно, как оно уцелело. Нейт, иди сюда. Эй, Нейт, посмотри. Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось? Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тью, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Ха. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта? Ха, вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? Так, готов? Так, шаг первый, второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты умер? Прими комплимент. Спасибо.
простите. Прости, Кондон. Болдридж. Что? Ты наступил на Болдридж. О, и правда. Ну, пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй, сейчас сглазишь. Оп, рано радовался. Я же говорил. Эй, видишь, Паша? Конечно. Эй, Сэм! Да. Так, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Тебе помочь? Не откажусь. Ну, готов? Готов. Сейчас. Давай. Что-то нашел. Поберегись. И... О, вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Эй! СПГ! Да! Черт! Господи! Ты живой? Попробуем еще.
Эй, стой, стой! Надин, рад тебя видеть. Все, Манго, Манго! При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Ты шустрая, но недостаточно. Да, оставь ее. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел за нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили.
В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмуэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь нет, ошибку! Стой, посмотри! О, Господи! Нейт! Эй! Нейт! Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты.